или реальную задачу. Я перепровел этот тест в нашей обычной сцене 3D Max с визуализатором V-Ray около 10 раз. Только для стока и минус 0.1. И получилось, что при офсете минус 0.1 всегда на несколько секунд, но меньше. Это от 1 до 1,5%. И точно то же самое я проделал с X264. Замерял только время, и разница оказалась не более чем секунду. То равно, то разница секунды. То есть, в общем-то, одинаково. Ну что ж, такой результат действительно есть, и встречается он не только в Cinebench. Но, друзья, мне кажется, что здесь все-таки очень многое зависит от материнской платы. И вот у конкретной материнской платы, у Crosshair 8, возможно, вот в последнем BIOS, или, может быть, даже в предыдущих это тоже было, но фишка или баг, непонятно. Но, быть может, это, конечно, и дело в процессоре. То есть мы немножко расслабляем процессор, он перестает долбиться в одни свои лимиты и раскрывается перед нами с другой стороны. Не надо привязываться, пожалуйста, к слову «раскрываться». Это для красного словца. Сейчас начнется опять. Ну ладно, черт бы с ним. Ну так вот, друзья, давайте так. Если у кого-то есть процессор 3950, просто у меня нет других материнок, только Crosshair 8, все, на M4 других больше нет. И если у вас есть 3950 и любая другая материнка, может быть, другой процессор, проведите на нем тоже такой же эксперимент, 3900, например, и любая другая материнка, попробуйте все то же самое и прикладывайте в комментариях то, что у вас получается. Вот наберутся интересные данные, я закреплю их в верхнем комментарии. Ну а что касается именно этой конфигурации, то можно свободно выставлять офсет минус 0.1. Правда, температуру снизить вам сильно не получится, а производительность больше, чем в разгоне, тоже не будет. Но все же можете попробовать ради эксперимента. Быть может, в вашей задаче конкретно для вас будет какой-то...